Утро 1 августа. Без 10:06. Сегодня нам предстоит набрать почти километр вон туда. Сборы, завтраки, приготовления и вперед наверх. 7 часов утра практически. Я уже выхожу. Путь мечте продолжается. Вверх-попутчик меня нарисовался. Тебя бы запрячь бы, дружок. Ну здравствуй, Ак-Айра. Долина, где 4 года назад я пережил острый приступ горного счастья. Сегодня я один. Нет уже на земле моей любимой Наташеньки. Опять здесь все так же. Текут водопады. Стоят горы. Тропа на перевал туда уходит, а я еще хочу подойти к водопаду, до которого мы добрались в 2019 году. Немножко выйду в подвешенную долину, наверное. Фу. Высота 2560. Все, вижу перевал Аркиз. Вот справа от этой пирамиды. Седловина, вот туда. Здесь долина Аркиз. Вчера вот там, на противоположном борту, на гребне Чигитчата после Софийского седла сидели. А дальше хребет Ужун, да? А нам вон туда. Небо уже особо синяя. Высота 2650. Появились уже облачка. Ну вот, вот, прямо вьется туда. Это перевал. Самый крутой взлет остался. 100 с лишним метров высоты.
Высота 2800. Еще немножко. Последние метры. Еще метров 20. Я дошел, 2880, перевал Аркиз, ура! Чуть выше, на 2900. Здесь под камнями рождается река, которая наполняет тут. Озера там сзади, а это Балка, Кашха, Эшкичат. Здесь тоже можно спуститься или подняться. Прощаюсь с большим Софийским озером. Начинаю путь в сторону перевала Кюляуш, в сторону озера Верхняя Запятая. Вот Верхняя Софийская озеро. Маленькая. Впереди перевал Кюляуш, а внизу открылось озеро Аймат-Алы Джагалы. Тут уже другая долина, вот перевал Караджаш, перевал Кюляуш.
1 августа. Перевал Кёль-Ауш, 2880. Между прочим, 1А почему-то. Гора Пештера. Так. Вот. Это уже долина Гемеш-Чат, озеро Верхняя Запятая. Наташенька, я дошел до Верхней Запятой. На Нижней мы были. Это удача. На Верхней Запятой нет никого. Просто никого. Все, 1 августа закончено. Но я дошел. Верхняя запятая, сапожок. Тоже красиво. За гребнем наше озеро. А вот, собственно, долина Гемеш-Чат, куда нам завтра спускаться. На нижнюю запятую. Ну вот, пришел на хлебник рогатый к нам в гости. Красавчик, красавчик. Да.